Сегодня, получается, мы вышли в город, так полноценно прошли несколько десятков, наверное, километров. Первый раз за всю, хотя тут мы уже неделю больше. Поэтому сегодня, можно сказать, первый день, когда мы увидели город. Город, конечно, я остаюсь при своем мнении, что я не даю оценок таких каких-то фундаментальных, но общее впечатление по итогам увиденного сказать, конечно, можно. С одной стороны, Брайтон — это как вот какой-то поселок, какой-то вот такой вот дачного типа. Вот, потому что тут такие улочки, ничего нет, населена роботами, иногда даже тихо, спокойно. Ну, помойка проедет, пошумит. Ну, мотопедик проедет. Ну, это несравнимо с Бангкоком там или там, с чем-то еще. Но с другой стороны, когда ты выходишь на центровые улицы, вот мы сегодня оказались там возле этой автобусной станции или этот, как его звать, вокзал железнодорожный. Вот, все это, конечно, живо напомнило мне какую-то вот станцию, это как это называется, не Перово, не Митино, Выхино. Напомнило мне транспортно-пересадочный контур, или как оно сейчас там называется, Выхино. Потому что один народ, много автобусов, все куда-то едут, бомжи. И это в наше ковидное время это очень страшно. Почему-то. Это было бы страшно не в ковидное время, но в ковидное время это страшно особенно, что тем более здесь никто не носит никакие маски, не соблюдает никакие дистанции. Поэтому, как говорится, почувствуйте разницу. Но и с другой стороны, конечно, есть островки, какие-то вкрапления спокойных улочек, в которых там, в центре я имею в виду, в которых хотелось бы оказаться. Ну, то есть в них оказаться, а потом бабах, одна минута, и ты уже смотришь на море-океан. Мы еще не исследовали как следует море-океан, набережную, но пока могу сказать только, что вот это чувство колониального города, его, конечно, тут нет. Хотя сегодня и погода была хорошая, солнечная, и все это как-то там светило, и пыталась создавать позитивное настроение, но то есть, если раньше я как-то думала, что вот мы приедем, тут старина прошлого, там какие-то, хоть какие-то остатки, никаких остатков нет. Это все выглядит как-то вот, ну, не так, как это представлялось, но, наверное, это что называется. Пожил бы там туристом недельку в отеле в этом Royal Continental с видом на пляж. Может, оно было бы по-другому. Поэтому город разный, можно еще так сказать. То есть есть и модерновые какие-то помещения, есть немодерновые, есть старые. Ну, в общем, город разный. Город похож в определенных его частях на реальный город. Не на мегаполис, а просто на такой нормальный город, в котором жизнь. То есть ремонты, помойки, шум, люди разные. В каких частях он похож на деревню? Как говорится, кому что надо, где надо оказаться. Не, лично меня пока не впечатлили никакие ни бары, никакие ни рестораны. Ну, то есть ты идешь по улице, видишь ресторан и думаешь, блин, да, вот сюда хочу зайти.
Ну, все какое-то пока однообразное. Ничего, ни за что взгляд не зацепился. Хотя, наверное, просто еще такое настроение, что не до ресторанов нам сейчас. Ну, примерно как-то так.